Дорогие друзья, привет из Самары. Андрей Самара с вами. Людмила Барсукова. Оператор у нас, вот, так сказать. Наконец хочу исполнить какую-нибудь хотя бы песню. Вот. Но для того, чтобы ее исполнить, надо разыграться. Уже разыгрался. Давайте я спою, собственно, ту песню, из-за которой я взял гитару в руки. Вот. Поехали. А границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратила в голый лед, и все идет по плану, все идет по плану. А моей женой накормили толпу, мировым кулаком растерзали ей плоть, все народные свободы растоптали ей грудь. Так закопайте же ее во Христе, ведь все идет по плану, все идет по плану. Захотелось на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре. На фуражке на моей сербы молот и звезда, как этот трогательный серп, молот и звезда лихой барлы. Ожидание мотается, и все идет по плану. Все будет заебись, все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. На-на-на-на.